Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд в дружной компании. Много у нас сегодня новеньких, готовеньких. Сейчас всех ознакомлю. В общем, приехали мы сегодня с утра, но начинаю только с вечера. Комрадов здесь было сегодня полно, ребят. Прям жесть, сколько здесь этрусское золото было в поисках сокровищ, все блогеры и приехали подписчики. Ну, ребят, мы под рюмочку сейчас познакомимся. За спиной у меня Толян. Здорово, мой подписчик. Сзади у нас Костян. Здорово, мой подписчик. Дальше вот супружеская пара Алия и Дмитрий. Тоже наши подписчики. Ну и всеми известен вот этот вот бородач. Кто это? Пишем в комментариях. В общем, ребята, сегодня очень интересно тем, что сегодня новые люди, старые, к сожалению, остались там. Бородатый Женя с семьей. Вот. Что-то я это не бритый, да, такой седой копатель прям. В общем, под шашлычок, ребята, под шашлычок сейчас отметим за знакомство. По находкам есть находки, вы их увидите в обзоре. Сегодня у нас какие приборы? Deus. Inox 800. Диман. 800. Ну, борода у тебя какой? Я с Ванишем. Да, ребята, он свой пропущенный. Ярик, короче, нет, не оценил его. Не оценил, да? Хотя я с теркой буду ходить, да, привычный. Вон, сын Ярик ходит с теркой. Говорит, в вашей Ванише говно. Такое Ярик говорил. Да, сказал. Ну, случай сейчас на поле был, ребята. Вокруг меня три прибора. Шикарных приборов ходят. Deus, 800, вот. А Ваниш 540, раз монетку, раз колечко. Был, я тебе серьезно говорю. Я говорю, блин, жалко, камеры с собой нету. В общем, раз, два, три. Блин, элита не можешь найти, а вот этот вот, как все его называют. Ух ты, ух ты. Говорят, что слабенький. Нет, достаточно хорошенький. Да. Ну, сейчас под шашлычок рюмочку, ребята. Так что находки будут обязательно, вы увидите. Ну и за знакомство, ребят. Так, тот мне там должен был какие-то... Да, я подарок хочу подарить. Да, ребята, мне блогером быть очень хорошо, нравится, потому что ребята привозят мне подарки. Да, вот. Рассказывай, что это такое. Катушка на 705-ю. Скрывай, показывай. Ребята, у меня новая катушка. Ух ты, смотри, к чему. Мелдар надо. Ой-ой-ой. Ребята, обнова. Ура! Обнова. Надо будет обмыть обязательно. Хорошо, огромное спасибо. Так, Костяныч, ты мне там тоже что-то обещался, да? А то я хожу, и постоянно у меня сушняк давит. Пить а чехол сейчас я обязательно покажу, ребята. Мне там еще какой-то комплектующий элемент должны были подарить. В прошлый раз мне Костяныч комплект амуницию подарил классную. И вот он вдогонку, ребята, мне еще фляжечку подогнал. Серый, что мы сюда будем наливать, Серый? Воду. Воду. Из родника. Из родника, да-да-да. Вот. Серега мне на день рождения дарил фляжку именную, да? Классная. Да ладно, какая вот ты что, зараза не берет. Так что ладно, ребята, видео снимаю на новую камеру. Хорошо меня видно, слышно? Надеюсь, пишет хорошо. Ну и все. До здоровья, давай, рюмочки. Итак, ребят, мы до сих пор за столом. И, знаете, я вспомнил, что у нас в гостях именно те люди, кому я должен, обещал сделать ихние победные призы. Которую мы разыгрывали рулеточку, да? У нас как раз Алия выиграла и Дима Ж. Вот. И я вот наконец-то решил им вручить почетно. Так, почетно. Вот они, две красавицы. Так, они подписаны Дима Ж. Дим, держи, твоя. И вот Алия. Спасибо! Ребят, победа! Самый лучший блогер, Саша. Ребят, я прям в краску вогнал. Лайки. Ну что, вскрывать будем, что ли? Лайки, лайки. Конечно, будем вскрывать. Блин, а как вскрыть? Ты запаковал, как будто почта. А я и планировал почты. Почта России. Ладно, ребят,
Сейчас посмотрим. Блин, не скрывайте, ты как их вообще это? Вот она любовь, вот она на колесе моем. Да, давайте, вот посветите, она. Посветите им на это. Вкусная там монетка, Серж? Рубль, блядь. Рубль? У меня руки грязные. Посвети, посвети. Смотрите, какая красивая. 1893 год, ребята. Да, 1893, и это моя монета, да, поняли? Почти дата рождения, да? Нет. Какая ты древняя. Древняя. Видишь там где-то этот, я видела. Оба, нифига себе. Отпечатку осталось? Чтобы закопать тебя здесь. Как у тебя? Тоже вкусно? Да, у тебя у меня вкуснее. А у меня 911. Посвети. Так, 911. Смотрите, ребята, тоже вкусно. Да, и это тоже моя. Спасибо. Опа, Саш, ты самый лучший блогер. И я рада, что мы с тобой познакомились. Смотри, у Али руки грязные, я знаю. Да. Да нет, это каждый этот. Да нет, это иди. Смотри, классно. Ага, все. Спасибо. Они законсервированы, так что с ними ничего не надо делать. Спасибо большое тебе. Пожалуйста, солнце, пожалуйста. Так, ты не снимай меня, у меня лицо грязное, наверное. Ну, пусть все знают, какая ты у нас грязнулька. А вот это моя монетка, ну, получается. Да, это твоя. Ты картинка. Кстати, здесь на картинках стоимость на них вырисована. У Димана стоимость, короче, от 4700 и достигает 68. А у меня от 8000 до 47000. Ребят, это цены на аукционах, ребят. Вот так что не обращайте внимания, это цены на аукционах. Не все монеты стоят таких денег. Не все. Приятно, да. Очень. Спасибо. Пожалуйста. Обнимашки! Итак, ребят, из-за стола мы вышли и стали копать копейки. Копейки А2, 1856 год. Не знаю, как видно или нет. Сохран так себе. Но это А2. 56 год. Это у нас копеечка. Зачетно? Зачетно. Ох, а тут у меня сразу вкусняху. Это с фунда, да? Угу. 3 копейки 24 года. Вот так вот, ребят. Ночной шурф начался с таких вот вкусняшек. Это у нас новый комрад Толян Анатолий. Поздравляю, крупная. Выиграл, да? Да. И еще один. И еще один у нас комрад. Но вы уже его знаете, Дима Же. Дима Же. Да. Алия из-за стола не хочет выходить. У ней уже есть, да, две монеты, которые отобрала у тебя. Так что ней вкусняхи домой повезет. Ладно. Ходим по верхам. Ночной шурф. У кое-кого. А мы ходим по верхам. Помоги же мне, Господь. В караоке, ребята. Помоги, Господь. На публику ты чё? Не, песня закончилась. Закончилась, ну давай, сейчас включусь. Сейчас. Суд идет. Я вернулся с работы, дорогой, я не пьян, я сажусь на Сегодня за две смены отпахал, и я устал. Я устал! Случайными встречами, но никто не на свете, что ждет впереди. Доброе утро, дамы и господа. Начинаем сегодняшнее видео
вот с такого обзора. Машин у нас очень много, 7 машин. А сейчас еще Стас подъехал с супругой и с комрадом. Вчера ночка у нас получилась довольно-таки интересная. За моей спиной, смотрите, видите, клея одна, вон там клея вторая. В общем, вчера кое-кто решил покататься. Ну, без ЧП не обошлось. Ну, ладно. В общем, все живы-здоровы, подлечились. Ну, а сейчас отправимся на поиски монет. Я думаю, у меня сегодня точно будет, потому что сейчас пойду туда, где я на прошлый раз закончил. Где колокольчик поднял, серебрушки потягал. В общем, туда сейчас хочу отправиться. Комрад уже отправился. Вот здесь у нас новые комрады. Диман подъехал, Стас подъехал с супругой. В общем, вчера отдохнули классно. Самое главное, живы-здоровы. Ребят, я вот только проснулся, грубо говоря, а мне уже на блюдечке вот с такой каемочкой приносят монетки. Опа. Что за монета? Давайте посмотрим. 3 копейки, походу. Да, 3 копеечки. 3 копейки, 20 какой-то год. 27-й. Да, нет, не 20. Герб советую. Ну, ну какой-то такой. Ну, вот так вот. Сейчас засунем обратно. Да нахрен обратно. Ну что, ребят, кто рано встает, тому земляной дед подает. Смотрите, какое чудо выскочило. С камнем. Очуметь. Офигенная вещь. С розовым камнем какой-то. Ну, это явно не бриллиант. Вот такая вот штука. Интересно то, что здесь какая-то еще сквозное отверстие, что ли, в нем, смотрите. Любопытная диковинка. Класс. Блин, носить неудобно же женщине такой, да? Мешать будет, да? Угу. Блин, ну видишь, что? Может быть, не каждый день одевали там. Ну да. Как украшение чисто. Кстати, Толь тоже сейчас это колечко поднял, тоже серебряное. Ну и перстенек обычный. У меня вот необычный. Первый раз такой даже. Ладно, не глубоко, здесь фундамент был. Очередная, ребят, находка. Цветной сигнал, и выпала вот такая ложка. Но я ее, смотрите, прям по кромочке лопаткой засадил. Хорошая ложечка латунь. Забираем. Здесь вот фундамент был. Ребят, вот у нас тут стульчик, блин, для меня поставили. Я буду режиссером. Буду смотреть, как работают. Работают, копают. Смотри, у них азарт какой попёрка, блин. Да. Надергали немножко они тут советиков разных всяких. Говенных, убитых, какаликов. Ничего не интересно, а уже котлован уже вырыли вон какой. Стас вот приехал и с собой друга привез. Друг говорит: куда я приехал? Нахрен надо. Увидел, что мы здесь копаем. А копаем мы здесь полные какалики. Ржавые-ржавые. Убитые-убитые. На бензин, блин, 2 рубля. Пожрать рубль, блин, 1,5. И какалики по 5 копеек стоящие. Сережа тоже, он уже накопался. Да, Сереж? Да, я болею за обе команды. Как вон этот царь горы, пупок, на самом холме сидит. Не хочется что-то сегодня больно-то копать. Не хочется. Ну что, ребят, Фишер. 5-й. Стасян. Для себя сегодня что-то интересное поднял. Мы уже, конечно, знаем,
А вам будет интересно посмотреть. Нечастая монета. Это монета полкопейки. Многие, особенно поколение нынешнее, таких монет даже и не видели. Полкопейки 1925 года. СССР. Вот такая монетка. Ну, красавчик, что? Не зря приехал. За рулем у него водитель отдыхает. Санька взял, как копать, да. А он только находить. Сейчас кадр такой был. Стоит, прибор в руке держит. Второй у него прозванивает, ищет. И третий копает. Он, короче, просто прибор держит. Ну что, красавчик? Бригадир. Держи, бригадир.